Итак, давайте рассмотрим некоторые особенности выводов питания. Когда мы создаем компонент, у нас стоит выбор указывать для них в свойствах тип power либо passive. Если мы указываем passive, то Arcade требует задавать им индивидуальное название. Поэтому можно делать вот так. C1, 2, 3. Либо, если мы указываем им тип power, у нас появляется возможность их скрыть, либо оставить их видимыми. Давайте сделаем. Окей. Обновим все. Видим, что пропали квадратики у них. Если в схеме есть выводы с типом power, они автоматом создают соответствующую цепь, которая будет соединять все выводы с одинаковым названием. Это порой бывает не очень удобно, когда у нас есть несколько отдельных компонентов одинаковых, как эти. Допустим, у них есть центральный термальный пад, который задан как power. То в топологии они будут пытаться соединиться с друг другом. Будут указаны как принадлежащие одной цепи. Также и с другими выводами может быть их и не нужно было бы соединять вместе, но программа начинает это требовать. Если вы укажете какую-то собственную цепь, она перебьет название, которое указано в свойствах пина. Но также можно редактировать цепи следующим образом. Заходим в Edit, Browse, PowerPin. Здесь приводится список всех пинов со свойством power, но которые скрыты на схеме. У них отключено свойство visible. Их можно редактировать, поменять на какую-нибудь другую цепь. В этом списке доступны только цепи питания, которые возникли благодаря пинам, либо общим символам питания на схеме. Если же хотим, чтобы они не использовались, отмечаем NC. Есть некоторая особенность. Если мы поставим здесь NC, эти изменения в топологии будут отражены. Но если мы захотим, чтобы, например, вот этот пин не соединялся с остальными земляными, и укажем у него в свойствах, что он не присоединен в этом окне, то это никакого результата иметь не будет. И в топологии все останется по-старому. Давайте убедимся в этом. Возьмем base. Здесь у нас стоит, что он не используется. Создадим netlist. Загрузим его. Как мы видим, средний пин остался соединенным. Но если мы посмотрим на разъемы, у которых указали в свойствах, то видим, что вот эти стали земляными, а эти стали неприсоединенными. Вот, на этом все.